В администрации городского округа Люберцы прошло заседание Совета депутатов. Встреча частично прошла в онлайн-формате. В повестке дня у народных избранников было 6 вопросов. Все подробности у моей коллеги Луизы Егезарян. Первым делом Совет депутатов утвердил отчет главы городского округа Люберцы о результатах его деятельности за предыдущий год. Владимир Ужицкий подвел итоги проделанной работы и обозначил цели, которых предстоит достичь в ближайшее время. Полностью поставлена задача развивать систему детских мини-садов на первых этажах дома. Мы уже приступили к ее реализации. Мы таким образом уже организовали 3 мини-садика на 80 мест. Это микрорайон Зенина. И плюс в этом году мы откроем еще 100 мест. Это на улице Весенняя. Заместитель главы администрации Нина Забабуркина отчиталась об исполнении бюджета. Из-за пандемии коронавируса в течение всего предыдущего года приходилось корректировать его доходную и расходную части. Но тем не менее в округе удалось реализовать 17 муниципальных программ. По итогам мы с вами видим, что в принципе нам удалось выполнить бюджет достаточно прилично. И мы по объему доходов также остались среди всех муниципалитетов Московской области на 8-м месте. Народные избранники единогласно утвердили исполнение бюджета. Также люберецкие депутаты определили дату публичных слушаний по проекту изменений в устав муниципального образования. Они пройдут 22 июня в 15:00 в дистанционном режиме. Луиза Егезарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.